Финал. Финал близок, как никогда. Но сейчас нам нет туда пути. Так как если же мы своей великолепной, элегантной, женственной походке пойдем к этому боссу в данный момент, мы получим всего лишь навсего обычную стандартную концовку. Посему, как выяснилось, в данной игре присутствует истинная концовка. Как говорится, хорошая. Но от обычной отличия минимальны, а вернее отсутствуют. Всего лишь в истинной будет добавлена одна важная и удовлетворяющая сцена. Ну и в общем, для того, чтобы все это дело получить, нужно сделать несколько этапов из последовательных действий, которые я уже проделал, записал, но как выяснилось, я все это проделал, но, ключевое но, я не начал специальный квест, который и приводит к этой самой хорошей концовке. Я просто проделал последующие действия, не зная, что нужно активировать сначала всю эту цепочку. Ну и, соответственно, пришел к фейлу. Но, на мое счастье, я не додумался сохраниться и тем самым спас ситуацию. Соответственно, можно все по новой повторить и в этот раз сделать все как нужно. Вот, поэтому не будем долго затягивать данный монолог вступительный и делаем дело. Так, дабы нам не мешало ничего, соответственно, перемещаемся во все нужные нам места. Надеюсь, я их не забыл. Понятное дело, что не забыл. Такое забудешь. Так. Угу. Ну, в общем, наслаждаемся просмотром. Ah!
Thank you.
Yeah.
Ну что же. Вот так вот. Немного неуклюже ввиду уже позднего времени суток. Плюс усталость от всего и вся. Плюс, когда по третьему разу все это проходишь, уже энтузиазм теряется. Поэтому уж извиняйте за такое, как я уже выше сказал, нелепо, неуклюжее избивание этих опциональных боссов, которых можно проходить, можно не проходить. Все зависит от желания получить концовку или не получить концовку. Но вот в итоге как-то так оно работает. Ну и соответственно, теперь нам остается всего лишь истребить последнего босса. И соответственно мы получим то, что даст нам Good End. Грэнэдо Скрэш!